Sweep – это модификатор, который протягивает одну из предложенных форм в модификаторе вдоль сплайна и образует поверхность. В этом модификаторе возможно изменять параметры формы и угол сечения. Вот. Можно применять такое. Такое как рельса, труба, такой как яйцо, овал, полукруг и так дальше. То есть в зависимости от того, что вам нужно.